Всем привет! Сегодня буду готовить вот такие вкусные, нежные куриные котлеты с добавлением кабачка. Приступим! Для приготовления нам понадобится одно яйцо, мука, один кабачок, луковица, зубочек чеснока, укроп. Фарш у меня куриный 550 грамм, растительное масло, соль, паприка и перец, смесь перцев. Кабачок натираем на вот такой мелкой терке. Кабачок я натерла, специально натирала его в сито, чтобы ушла с кабачка лишняя влага. Пока отставляем в сторону его. Лук нарезаем мелким-мелким кубиком. Лук я мелко нарезала. Рядом нарезаем укропчик. Тоже мелко. Укроп я тоже мелко нарезала. Фарш перемещаем в миску, где будем все смешивать. К фаршу добавляем лук и укроп. Яйцо, зубочек чеснока натираем сюда на мелкой терке, добавляем чайную ложечку соли, с горкой, солите по своему вкусу, добавляем паприку и смесь перцев, у меня по пол чайной ложки, кабачок хорошенько отжимаем от лишней влаги. И отправляем в миску к фаршу с другими ингредиентами. После этого все тщательно перемешиваем. Тщательно перемешала. На этом этапе добавляем муку. 4 столовые ложки муки с горкой. Все тщательно вымешиваем опять. Тщательно перемешала. Вот так у меня получилось. Сковородку ставим на огонь, разогреваем. Сковорода разогрелась. Наливаем растительное масло. Руки обмачиваем в воду и формируем котлетки. Вот как-то так. Делаем средний огонь. Котлетки отлично подрумянились с обоих сторон. Перекладываем их в форму для запекания. Вот так у меня получилось. Для того, чтобы наши котлеты полностью доготовились, отправляем их в разогретую духовку на 180 градусов. Минут на 15-20. Ориентируйтесь по тому, как выпекает ваша духовка. Прошло 20 минут. Котлетки полностью приготовились. Буду их перекладывать для подачи на стол. Вот так у меня получилось. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения и приятного аппетита!